Давненько мы уже не участвовали в финале командной рапири, а сейчас какими чувствами выходили на дорожку? С желанием выиграть. Дима, у тебя такой же? Да. Несмотря на то, что у нас не было таких успехов, все равно мы выходили только драться на победу. Больше и больше постоянно. А в полуфинальном бою с Китаем, да, тоже отставали, но удалось догнать китайцев, перегнать их. Почему с итальянцами не получилось так же? Не получилось сломать их в середине встречи, что-то пошло не так. Там был момент, когда можно было это сделать, но не получилось. В целом довольны вторым местом? Это хороший результат? Да, конечно, мы довольны. Да, может быть, сейчас на наших лицах это... Надо пережить сначала поражение, потому что все-таки мы проиграли в финале, и это чувствуется, и больше того могли выиграть. Но в целом второе место позволяет нам достаточно уверенно чувствовать себя в олимпийской квалификации, в гонке за олимпийские лицензии. Поэтому, да. Наверное, если бы нам сказали об этом вчера, мы бы, наверное, подумали, что в принципе это неплохо. Но хотелось выиграть, и у нас это не получилось. Поэтому сейчас мы, конечно, расстроены.